тұрсының көшесі, келесі айылдама Масанчи көшесі. Привет всем, меня зовут Айнура Дилепова, и я учусь в Кимэйпе на 4-м курсе. Моя специальность — это менеджмент и маркетинг. Я родилась в Ипалайтинске, но живу и выросла в Алмате. Обычно я встаю в 6 часов утра, потому что за день много не успеваю, то есть я использую автобус для того, чтобы приехать в Кимэйп. Приезжаю в Кимэйп обычно к 9-8 часам утра. Затем иду в library заниматься. Почему мне нравится именно заниматься в библиотеке, так как здесь очень тихо, спокойно, и ты можешь сконцентрироваться на своей учебе. Когда я заканчиваю КМФ, и сейчас я закрываю такие классы, как Consumer Behavior, Innovation Management. Мне это очень нравится, так как это поможет мне в будущем карьере. У меня 3 пары во вторник и четверг. После пары я еду на работу. Сейчас состою в ISIC. ISIC — это студенческая организация, некоммерческая, то есть управляемая в основном студентами и выпускниками. То есть чем я там занимаюсь — это человеческими ресурсами. Мне это очень нравится, и я надеюсь, что в будущем я продолжу свою карьеру в этом направлении. После университета мы с друзьями обычно ходим в недельку, так как это рядом, и здесь очень удобная, уютная атмосфера. Также можно сходить покушать очень сытно в Excellent, находится немножко ниже Кимэйпа, но очень дешево, доступно для студентов и быстро. Меня зовут Айжан, я подруга Айнуры. Мы учимся вместе в Кимэйпе, мы также учились с ней в школе. И мы любим приходить в недельку после занятий, отдохнуть после тяжелого дня.